Об этом удивительном коллективе в Славянском районе знает без преувеличения каждый. Народный мужской ансамбль «Самородок» – постоянный участник всех важных мероприятий, победитель творческих конкурсов и фестивалей различных уровней. И они заслужили это по праву. Вот уже 35 лет его артисты радуют своим творчеством славянцев. На концерт в городском доме культуры «Самородок 35. Лучшее» пришли поклонники творчества этого коллектива. Народный мужской ансамбль под руководством заслуженного работника культуры Краснодарского края Геннадия Глушича продолжает цикл программ, посвященных 65-летнему юбилею городского дома культуры и 100-летию Славянского района. В репертуаре коллектива исторические, военно-бытовые, походные, лирические, шуточные, обрядовые песни. Более трети века артисты выходят на сцену, чтобы донести до публики, и не только из нашего района, все, что они разучили и подготовили, все, что у них есть из песенного богатства. Самородок – это просто для души. Когда видишь, как горячо их встречают и провожают зрители, понимаешь, что они не зря занимаются своим творчеством. Меняется состав, поменялись руководители, вот, поменялся репертуар. Вот, сегодня у нас репертуар есть и, скажем, эстрадные песни, и казачьи песни, которые мы не забываем ни в коем разе. Вот, расширился репертуар. Когда зритель принимает, и ты это видишь, и тогда понимаешь, что да, интересно. Видно, когда не прошла песня. Меняем репертуар. Мероприятия разные по направлениям, поэтому и песни, соответственно, должны быть разные. А вообще стараемся подбирать репертуар, который принимается зрителем. То есть где-то мы уже знаем, и так заранее уже, о, эта песня должна выстрелить. Каждая песня в исполнении артистов – это как будто ограненный опытным ювелиром бриллиант. Она требует творческого подхода, постоянных репетиций и желания преподнести это зрителям. У нас идет многоголосие, четырехголосное исполнение, где-то трехголосное, где-то пятиголосное. Вот, поэтому вот эта многоголосность должна быть выстроена, вот, она должна звучать, должны голоса, скажем так, доступным языком сливаться, да, чтобы они звучали вместе по тембрам, по окраске по своей. Вот. Поэтому, конечно, приходится репетировать много и часто. Пока нас слушают, пока нас терпят, пока нас принимают, пока есть желание у наших вокалистов этим делом заниматься, будем жить. Артисты «Самородка» думали о том, чтобы встретить юбилей своего района новыми творческими достижениями и готовились к выступлению. И, конечно, зрители с нетерпением ждали сольного концерта народного мужского ансамбля. Я с нетерпением ждала этот концерт, приглашала всех станичников, всех родственников. Хорошие песни, говорящие о правильном воспитании, о нравственности, кубанские. Песни их берут за душу, потому что они о нашей жизни, о правильной жизни. Каждую песню «Самородка» славянцы награждали громкими аплодисментами. Участники ансамбля по-своему неповторимы и заслуживают самых добрых слов. В гармоничном сочетании всех талантов и есть главный секрет успеха коллектива. Заберу с собою я землицы гос, пустота в чужой стране меня спасет. В Божьем храме помолюсь, зажгу свечу, за Россию, за мою, за Россию, за мою. Thank you.
нашем муниципалитете нет практически ни одного значимого праздника, когда бы со сцены не звучали песни ансамбля «Самородок». Сохранение и развитие народных кубанских песенных традиций – вот самое главное в их творчестве. Своими песнями артисты стремятся укрепить у молодежи любовь к малой родине. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».